Я родилась в Красноярске 40 лет назад. Вот тут мне 6 лет, и я вместе с маленьким братом. Когда мне было 12 лет, мы с семьей переехали в Ржев. Там жила моя бабушка, ей требовалась наша забота. У меня было счастливое детство. Все мы жили очень дружно. После школы я получила первое высшее юридическое образование. Вышла замуж, у меня родились дети. Меня зовут Екатерина Дунцова, и я выдвигаю свою кандидатуру на выборы президента России в 2024 году. Получив второе высшее образование, стала работать в Ржеве журналистом в независимой телестудии, рассказывала о проблемах нашего города и области, но просто рассказывать про них было для меня недостаточно, и я пыталась помогать их решать. Познакомилась со многими активистами, защищала местные инициативы, добивалась прямых выборов мэра города. А в 2019 году меня избрали депутатом Ржевской городской думы. Уже тогда мне стало понятно, что на местах не хватает ни денег, ни полномочий. Все решается где-то далеко, и нас никто не спрашивает, чего мы хотим. В феврале 2022 года действующий президент объявил о начале проведения специальной военной операции, и теперь каждый день гибнут люди. А я уверена, что они хотели жить. Все мы хотим жить, и нам нужен мир. Жить в мире – это значит уважать и любить друг друга, невзирая на наши религиозные, культурные и политические различия. Нам нужно заново научиться разговаривать и всем вместе заниматься решением проблем нашей страны. Сейчас многие из них отошли на второй план, и даже коррупция воспринимается как данность, чуть ли не норма. Но это не норма. Бедность, когда пенсионерам с трудом хватает только на коммуналку, еду и лекарства. Это не норма, как и то, что за всех в стране все решает один человек. Он один определяет наше с вами будущее, а должны определять все мы. Сегодня ни у кого из нас нет ответов, что будет через несколько лет в нашей с вами стране. Можно ли будет говорить свободно то, что мы думаем? Закроют ли границы? Сколько будет еще волн мобилизации? Будем ли мы жить лучше, богаче? Какое оно будущее нашей страны? У нас должны быть ответы на все эти вопросы. Я иду в президенты России, чтобы у всех нас и у нашей страны было будущее, и чтобы мы с вами все вместе его определяли. Одной мне не справиться, и мне нужна ваша помощь. Для регистрации кандидатом в президенты мне необходимо собрать и предоставить Центральную избирательную комиссию 300 тысяч подписей. Это очень сложная задача, и на сбор подписей у нас будет очень мало времени. Сейчас мы готовим открытие центров сбора подписей во всех крупных городах России. Если вы готовы поставить подпись в поддержку моего выдвижения, заполните форму на моем сайте, и мы с командой свяжемся с вами и пригласим поставить подпись, как только это станет возможным. Давайте вместе вернем нашей стране будущее.